Дорогие мои слушатели, я прочту вам несколько стихотворений из множества того, что я за долгую свою жизнь написала. Это стихи разных лет, разных интонаций, разных настроений. Я буду читать главным образом из книг «Улья» и «Память», которые посвящены памяти моего мужа и друга Николая Степановича Молчанова, погибшего от голода в Ленинграде в январе 1942 года. Я прочту сначала несколько довоенных стихотворений. Два стихотворения Родины. 37-39 год. Не утаю от тебя печали, так же, как радости не утаю. Сердце свое раскрываю в начале, как достоверную повесть твою. Нет, ни в монументах и не в обелисках, не в застекленно-бетонных дворцах. Ты возникаешь невидимо, близко, в древних и жадных наших сердцах. Ты возникаешь естественный вздох крови моей, колокотанье и тих. И я тобой становлюсь, эпоха, и ты через сердце мое говоришь.